Следственный комитет России подключится к расследованию ДТП в Сургуте. В конце прошлой недели машина сбила девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии юная сургутянка получила серьезные травмы. У нее выбиты зубы и сломаны кости таза. Сейчас она находится в реанимации. Мама пострадавшей считает, что водитель может уйти от ответственности. Он утверждает, что девочка шла на красный. Мама нашла свидетелей, которые подтверждают, что ее дочь переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Следственные органы проводят проверку. В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в Сургуте произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого водитель легкового автомобиля допустил наезд на несовершеннолетнюю, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Мама ребенка обратилась в СМИ и сообщила, что не согласна с предварительными выводами сотрудников ГИБДД о том, что ее ребенок переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. По поручению руководителя следственного управления, по данному сообщению СМИ, следственным отделом по городу Сургут организована процессуальная проверка.